Всем привет! Небольшой отчет о проделанной работе. Партия из 6 ножей якутского типа. На всех сталь Х12МФ. Древесина, черный мореный граб. Последний раз, когда я делал партию якутских ножей, там было два таких в черном цвете. И меня очень много людей просило повторить именно вот в таком исполнении. И я решил всю партию сделать в черном цвете. Значит, и также постоянно просят делать подлиннее ножи. Ну, я не люблю, потому что с этим связан ряд трудностей. Но, тем не менее, в этот раз я решил сделать с длиной клинка от 130 до 140 миллиметров. Значит, все как обычно. Аскетичный дизайн. Комбинированные ножны. Дерево, кожа. Подвес вот такой простой, через 4 отверстия на кожаную тесенку. Здесь есть бусина, она не двигается по тесенке, она сюда вклеена, потому что ножи большие, поясные. Регулировка здесь не нужна. Все как обычно, есть отверстие. На рукояти есть точка, которая показывает, с какой стороны у нее режущая кромка. Ну, я всегда так делаю, я уже объяснял в прошлом видео, почему я делаю именно так, а не делаю рукоять в виде, по форме яйца. Вот так выглядит нож. Кованый дол, подбитый камень. Дол в этот раз довольно глубокий получился. Больстер из рога, пористая часть стабилизирована. Ну, и вот так вот выглядит черный граб. Ножи, я повторяюсь, большие. Но вот в данном случае я точно не помню, сколько здесь. Ну, наверное, в районе 140. Машинный сатин оставлен со стороны линзы. Но здесь очень-очень легкая линза, практически прямой спуск. И сведено все в ноль, без подвода. Вот такие вот ребята. Значит, почему я не люблю делать длинные якутские ножи? Дело в том, что из-за того, что нож асимметричный, на большой длине очень сложно становится реализовать посадку ножа в ножны любой стороной. То есть, вот в данном случае, видите, он обратной стороной очень туго заходит. Не хочу его обратно засовывать до конца, потому что потом тяжело будет доставать, вот как сейчас. Соответственно, в родном своем положении, в котором формовалась кожа, он заходит отлично и достается легко. Вот, в обратном положении некоторые ножи, это не у всех так, некоторые ножи нормально, у некоторых тяжеловато. Вот номер один, в принципе, нормально, чуть туже, чем обычно, но тоже заходит. То есть это вот именно на длинных якутах есть такая штука, я пока не могу стабильного результата добиться. То есть на некоторых ножах получается нормально, на некоторых нет. Но, видимо, из-за того, что все клинки тоже разные. Где-то дол глубже, где-то не глубже, потому что все делаю я. Не робот, не машина. Так бы было все одинаково и все стабильно. Поэтому вот так. Есть еще номер 5. Это под левшу. Не часто у меня попадаются ножи под левшу. Напоминаю, что у левши у него дол с другой стороны. То есть так, вот вы вот так смотрите. Соответственно, у него дол получается вот с этой стороны. Это у нас получается с левой стороны. Да, то есть, потому что человек будет работать левой рукой. Вот такой вот. Поближе посмотрим еще раз. Вот такой вот нож. Так, и еще. Значит, формовались все ножи, это вот информация для будущих владельцев, формовались все ножи в таком положении, чтобы дол всегда смотрел наружу, то есть на лицевую часть, так как вот нож висит, соответственно, у левши вот так, ну, у правши точно так же, просто режущая кромка с другой стороны. То есть, получается, правша у нас вставляет нож, удерживая ножны левой рукой, вставляя нож правой. Ну, на видео, скорее всего, у вас будет по-другому, потому что все наоборот. В общем, вот такие вот ребята получились. Так, что еще? Номер 6 давайте покажу. Этот нож поедет на Чукотку, далековато. Но человек его очень ждал. Я думаю, человеку он понравится.
Такой вот здоровяк и крепыш. Все, друзья, всем, кто смотрел, всем спасибо, всем удачи, всем пока.